На сельхозярмарку казанцы приходят как на праздник. Рано утром и без опозданий. С собой пакеты, тележки, список продуктов. На часах только начало восьмого, а машина Вадима Андреева уже почти опустела. Сегодня с Буинского района он привез около 2 тонн овощей. Все из своего огорода. Картошка в этом году вот хорошая уродилась, она вот немного осталась. Вот кабачки хорошие уродились в этом году, а про тыкву я вообще не говорю. Вообще красота, удивляются все. Ну без чая какой мед? Вот, пожалуйста, приготовил для клиента себе. Своих покупателей Рустам Гайнетдинов с утра заряжает не только энергией, но и чаем. Уверяет, мед не липа, а липовый со своей пасеки. Цветочный, гречичный и липовый. Ну как разбирают люди вообще? Благодарны люди. Быть надо честным, все будет нормально. За честность и качество здесь и другие производители. К некоторым покупателям приходят уже годами. Говорят, за натуральным и очередь отстоять несложно. Я каждую субботу сюда хожу. А попозже ты придешь, ты молока не купишь у него уже. Обычно отовариваюсь на неделю здесь уже сразу и... В магазин мне не надо ходить. Картошка по 10 рублей за килограмм, морковь 12, лук 15, тыква 20. Цены такие, что отоварить на ярмарке могут посетители с разным уровнем дохода. Вся продукция напрямую от производителя. Наценка минимальная, а транспортные расходы на себя берет государство. И мы стараемся перекупов не допускать. По ценам руководство республики нам, крестьянским фермерским хозяйством, возмещает транспортные услуги. Тем самым мы имеем возможность снизить на 20%, по некоторым позициям, и 25% на продукцию. По республике сегодня 19 торговых точек. Присоединиться к ярмарке могут сельчане любых районов. Вот картошка из Октаныша, крольчатина из Огрыза. Менделеевские с собой привезли не только продукцию, но и артистов. Радость нужна всем. Радость нужна для того, чтобы человек жил, творил. Ярмарка очень удобная. Пришел, купил хоть мед, хоть картошку, лук. Это действительно хорошо. Овощи и фрукты, мясо и крупы. На Альметьевской ярмарке все, что душе угодно. На прилавках продукции 20 местных производителей. Цены такие же, как в Казани. С тяжелыми сумками пенсионерам здесь помогают волонтеры. Ячмень купил, пшеницу купил, овес. Покупать помидоры и перцы будут делать помидоры на соку на зиму. Кто заполнить холодильник и погреб не успел сегодня, сможет на следующей неделе. Ярмарки будут проходить каждую субботу до Нового года. Зарина Ахметова, Филюза Хамидуллина, Ильшат Аюпов, Данил Филатов, Ирик Хабибуллин, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.